Дубосары – историко-краеведческий музей, выставка к 220-летию Кафедрального собора всех святых. Настоятель церкви показывает древние иконы и книги. По некоторым из них до сих пор проводят богослужения в церкви. Более древние издания хранят как реликвию. К примеру, этот «Месяцеслов» 1830 года. В нем молитвы и службы на каждый день. Какое чтение апостольское должно быть, какое чтение евангельское должно быть, какое из псалтири должно быть. То есть все это описывается на каждый день богослужений. А это псалтырь. Его напечатали в 1660 году по распоряжению патриарха Иосифа Московского. Псалтырь хранили местные жители и передали церкви. 25 апреля 1797 года была закладка этого храма в честь всех святых. Он изначально был каменным храмом. Под строительство было отдано целый квартал территории, где располагались и дома и священнослужителей, церковнослужителей, помощников церкви. В 1804 году было закончено строительство этого храма. То есть 7 лет строился храм. Вот. Этот храм был освящен, как известно, в честь всех святых. Собор всех святых первоначально был греческим. Его строили на деньги купца Михаила Заянова. Он был греком. А помогали ему местные торговцы Павел Дмитриев, братья Грекул и Степан Юрьев. Освящал храм митрополит Кишиневский и Хатинский Гавриил Бунлеску-Бадони. В годы советской власти собор всех святых закрывали и открывали не раз. При освящении дали новое имя – преподобной Параскевы Сербской. В начале 50-х снова закрыли. Купола снесли. В помещении сделали школу бокса и велоспорта. В 1988 году храм восстановили, а через 10 лет собору вернули прежнее имя всех святых. Постепенно собрали в храме и все книги, их сохранили местные жители. Очень интересно о истории послушать. Про псалтыри. Поражает, как они сохранились вообще, насколько много лет прошло и насколько хорошо они сохранились. Увидеть старинные церковные книги и иконы можно будет в городском музее до конца июля.